Да, Ян. Я занят. Я дома. Ян, я сегодня никуда не поеду. Самые сочные сливки общества. Дима Билан, собственной персоной, подошел к нам на ваши глаза. Дима, здравствуйте. Дубль. Ты хочешь вместе, ты хочешь жести, плохие вести. Мы будем вместе, как в такой красивой голове помещается столько отвратительных идей. Мы не спали ночью, вырубает на ходу, вырубает на ходу, вырубает на ходу. Если очень хочешь, снова я к тебе приду, снова я к тебе приду, снова. Это ты, это я, между нами молния, с электрическим разрядом 220 вольт. Олег, Олег, где микрофон? Это ты, это я, между нами молния, с электрическим разрядом 220 вольт. Слышь? Сердце камень, мы знаем сами, что между нами тоненькая, тоненькая нить. Не перекусить, это больше не остановить. Мы не спали ночью, вырубает на ходу, вырубает на ходу, вырубает на ходу. Если очень хочешь, снова я к тебе приду, снова я к тебе приду, снова. Ты, это я, между нами молния, с электрическим разрядом 220. Именем Российской Федерации суд в составе судьи Богуславской Алены Анатольевны установил, что Билан Дима Николаевич подошел к гражданке Клюкиной Дарье Игоревне, вследствие чего произошел взрыв. Суд приговорил запретить гражданину Билану приближаться к гражданке Клюкиной менее чем на 500 метров. Приговор вступает в силу незамедлительно и обжалованию не подлежит. Слышь!